Добрый день, уважаемые друзья. Мы рады приветствовать вас в проекте «Белта. Страна говорит». Завершается 2022 год. Это хороший повод подвести некоторые итоги работы строительной отрасли и поговорить о тех тенденциях, которые складываются, видно, как они складываются, и что и как будет определять лицо следующего года, как будет работать отрасль в 2023 году. Александр Сергеевич, с какими результатами завершается этот год? Сколько жилья различных видов построено в Беларуси? Я хотел бы вначале сказать, что строительство жилья у нас вообще-то осуществляется согласно постановлению соответствующего правительства, номер 51. Вот есть специальная государственная программа, вот на экран, чтобы видно было, да. Здесь расписано буквально все, и метры квадратные, значит, и где конкретно прописано, за какие деньги, там по конкретным категориям каким-то, то есть все заранее, скажем так, распланировано, намечено, и, собственно, хотел сказать, что и выполняется, вот назову соответствующие цифры, что задание по строительству вот на текущий год постановлением Совета Министров номер 69, они выполняются практически на сегодня, вот как мы видим, в полном объеме. Кстати, в текущем году, согласно вот этого задания, нам нужно ввести чуть более чем, ну не чуть более, 4,2 миллиона квадратных метров жилья. Так, по итогам вот уже 10 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 3 миллиона 16 десятых метров, ну 160 тысяч, можно сказать, квадратных метров общей площади жилья, что составляет чуть более чем 75% от намеченного задания. И также у нас вводится еще в эксплуатацию жилье с господдержкой. Ввели его немногим более чем 1 миллион или 85,7% от годового задания. Хотелось бы сказать, что по-прежнему особое внимание уделяется многодетным семьям. Так, за 10 месяцев вот текущего года введено 8054 квартиры для 7777 многодетных семей. Такая красивая цифра получилась, что составляет практически 93%. Есть абсолютно уверенность, что эта задача будет выполнена. И, ну, как уже, наверное, по традиции у нас вводится, уже и, ну, не намного, но перевыполнено. То есть план будет выполнен 100%, который построен на год министерству, да? По крайней мере, делается все для этого. Ведь я не бог, я не могу гарантировать, но у нас есть все данные, все предпосылки для того, чтобы этот план был выполнен на все 100%, безусловно. По оперативной информации облсполкома и Мингорисполкома получили в январе-октябре текущего года направление на улучшение жилищных условий, потому что мало построить. Есть же семьи, которые уже получили направление, сейчас вот строят в процессе. Да? Тут получилось немножко больше. 8098 многодетных семей или 84% от годового задания. Ну и, как я уже сказал, планируется, что по итогам 2022 года все поставленные задачи будут выполнены. Следующий год, видимо, уже просматривается, опубликованы параметры социально-экономического развития, указаны, да, некоторых параметрах. Да, то есть прописаны четкие цифры. Давайте, наверное, их еще раз озвучим, чтобы основные задачи у нас уже есть. Они, конечно же, будут, скорее всего, каким-то образом немножечко корректироваться, предполагая даже чуть большую сторону, потому как, ну, предпосылки есть все для этого. Так вот, на 23-й год задание по вводу в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой увеличено по сравнению с текущим годом на 100 тысяч метров квадратных и составляет 1 300 000 метров. Из них для многодетных семей порядка 784, ну, чуть больше, чем 784 тысячи метров квадратных. Главы государства и правительства поставлены задачи по наращиванию объема для возведения жилых домов электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Так, за вот истекший период, за 10 месяцев текущего года, введено почти 280 тысяч метров квадратных общей площади электродомов, или почти 130%. Проектом постановления 23-й год предусмотрено доведение задания в 219 тысяч метров квадратных по строительству жилья, в которых требуется такая же электрическая энергия на цели отопления. То есть число электродомов увеличивается в следующем году, у нас строится по стране, так? Практически да, практически оно будет увеличиваться. И можно уже дальше, наверное, сказать про тенденции. Вот начиная с текущего года и по 2025 год планируется поэтапное увеличение строительства нашего жилья.
с 4,2 миллиона до 4,5 миллиона метров квадратных общей площади. Ну, рост объема строительства жилья предполагается как в целом по республике, так и по регионам. Спасибо, Александр Сергеевич. А что касается арендных домов, это такая очень важная категория, которая волнует сегодня граждан Минска и региона. Какие планы доведены у нас на следующий год? В сравнении, например, с этим годом, чтобы мы понимали. Значит, что касается арендного жилья, то за текущий год у нас, вот я даже таблица такая есть, я назову цифры. Всего у нас, согласно постановлению, почти 87 тысяч метров квадратных. Много это или мало? Наверное, конечно, мало, потому что если брать статистику, то всего арендное жилье от эксплуатируемого жилищного фонда в республике составляет 3,4%. Это крайне, конечно, мало, но сейчас принимаются все меры для того, чтобы его, ну, как это слово подобрать, усиленно, что ли, наращивать такое жилье, потому что оно пользуется спросом у людей, скажем так, и ну, сбоев еще не было в его использовании. Все хотят такое жилье иметь. Я перейду к цифрам. Всем интересно, конечно, вы же знаете, что перебиваю. Кто в регионах сегодня в лидерах? Как регионы сработали по году? Год был непростой, поэтому интересно было бы турнирную таблицу узнать. Ну, давайте тогда мы по регионам сейчас расскажу. Если всего, как я уже сказал, по республике почти 87 тысяч, а если быть точным, 86,9, то наибольшее задание, давайте я так по заданию сначала, наибольшее всего задание было по Брестской области. Вот коллега рядом сидит, который, он, наверное, потом более детально, если будет необходимость такая, расскажет про наше это арендное жилье. 19 тысяч. В Витебской и Гомельской области по 15 тысяч. Значит, в Могилевской 9,9, Гродненской 9,1 тысячи, Минска 5,3 и Минск 13,6. На сегодняшний день выполнили практически всю свою задачу, 127 почти процентов, это Гродненская область. Также очень неплохо справились со своим заданием, это Могилевская область по арендному жилью и Брестская область. Ну, остальные пока в процессе строительства, пока еще строят, есть еще время. Спасибо. Не могу не спросить у представителей Бреста, как шел год, вы в лидерах тут? Из озвученных цифр. Но год был на самом деле непростой. Санкции были определенные препятствия для того, чтобы эти планы выполнять. Но они выполнены. Как шел год? Расскажите, пожалуйста. Как вы сказали, все правильно. Есть определенные трудности, но к завершению года мы подходим довольно неплохими результатами. И можно сказать, что доведенные задания на текущий год практически все выполнены, за исключением общего ввода. Вот к ранее сказанное моим коллегой, арендное жилье у нас выполнено на сегодняшний день уже 170% от годового задания. То есть мы пытаемся всеми возможными способами наращивать данный ввод, потому что он интересен для граждан. Или вот такая маленькая статистика, конечно, показательным будет всегда город Брест, где больше всего интересно арендное жилье. Средняя цифра – это порядка 7-8 претендентов на новую квартиру при ее строительстве. Ну, не будем углубляться, если это однокомнатная, это 7-8 человек, двухкомнатная, то тоже порядка 9 человек. Поэтому на сегодняшний день данное жилье очень востребовано среди граждан. Менее востребовано, конечно, в малых городах, а Брест является показательным. Не ощущали ли вы нехватку строительных материалов в этом году? Я думаю, что вопрос, наверное, актуален именно для 2022 года, учитывая все обстоятельства. Ну, учитывая то, что если рассматривать в рамках многоквартирного жилья, весомую долю занимают это дома из конструкции КПД, можно сказать, 100% у нас закрывает это наш брестский завод крупнопанельного домостроения, Брестжилстрой. Он у нас работает круглосуточно, очень активно. Поэтому ощутимых каких-то проблем в части... Или простоев стройплощадок. Простоев, да? Абсолютно в этом проблем не было. Все идет планомерно. И в текущем году у нас даже увеличенное задание по сравнению с прошлым годом, с которым, я думаю, мы справимся без сомнений. Такой же вопрос адресую представителю МОПИДа. Значит, что можно отметить? В принципе, несмотря на то, что год был тяжелый, конечно, порядка 90%, наверное, по всем материалам это производство местного характера, инертные материалы, цемент, металл. Поэтому, в принципе, особых вопросов с поставками не было. Конечно же, отмечался где-то наряду, возможно, рост стоимости материалов. Но, в принципе, те меры, которые наше профильное министерство, правительство отрегулировало и порядок ценообразования, то вопросов в этом не отмечается. Ну, конечно же, нагрузка увеличилась, я считаю, по
проектным организациям, по поставщикам инженерного оборудования и обеспечения жилых зданий, которые где-то, может, проектировались импортного производства. Ну, в принципе, пересмотрели аналоги по Российской Федерации. Ну, в принципе, все вопросы закрываются. Ни одного такого сверхнормативного объекта, который бы воспрепятствовали вот, санкционное давление или импортные материалы, в принципе, не отмечены. Кирилл Иванович, такой вопрос вам. Скажите, пожалуйста, как складывается вообще ситуация на рынке строительных материалов в Беларуси? Хватает ли у нас мощностей для того, чтобы 100% закрыть свои стройплощадки и не зависеть от волеизъявления наших не очень конструктивных партнеров, которые в силу разных причин оказались так, как они оказались? Добрый день. 10 лет назад были даны поручения главы государства о наращивании, причем в таком радикальном наращивании производства строительных материалов, основных строительных материалов и тех, которые необходимы для обустройства жилья. Мы сегодня имеем мощности, которые используем в стране, в два раза мощнее, чем это требуется, может быть, на сегодняшний день. По тому индикатору, который называется ввод жилья. Потому что мощность, допустим, цементных заводов, производства щебня, полированного стекла и других материалов основных, базовых, она ориентирована была на другие показатели социально-экономического развития. Но в этом заключается диалектика, собственно говоря, развития и строительного комплекса, поскольку оно гибко реагирует на те потребности, которые возникают, поскольку мы уже вводили почти 9 миллионов метров квадратных жилья. Когда ставились задачи о переходе на другие показатели, другие цифры, то отрасль была переориентирована на экспортные поставки. Сегодня можно констатировать, что ежегодный прирост поставок вот составляет от 22 до 25% роста ежегодного на экспорт. Да. Нам даже вот ситуация, когда пришлось несколько переориентировать эти векторы, западный вектор меньше стал в балансе, восточный больше стал, на Россию больше стали продавать, довозим до Казахстана многие материалы. Это диверсифицировало, по сути говоря, ситуацию, то есть полностью покрывая потребности наших строителей, домостроительных комбинатов, мы позволили нашим производителям более смело, более решительно работать на всех векторах экспортных поставок. Есть поручение главы государства также вернуться к вопросу задействования наших возможностей и на западных рынках, там, где нас ждут. Мы зондируем эту ситуацию, полностью вовлечен в эту работу Союз строителей Республики Беларусь. И у нас есть уже решение, практически подготовленные документы о возрождении, так сказать, контактов с теми организациями за рубежом. Я говорю открыто, это Венгрия, который является таким для нас партнером, обеспечивающим взаимодействие с соседями Венгрии. Это понятно и Австрия, это и Германия, наверное, это может быть Польша, другие страны. Поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита как в стране, так и тем интересующимся нашими материалами, которые хотели бы купить. Тем более, что сегодня западный рынок, он для нас весьма и весьма интересен. Ценообразование, связанное с энергетикой, показывает нам, что очень выгодно можно было бы туда зайти. Необходимо отработать логистические схемы и варианты поставок. Ну и согласовать, конечно, взаимодействие, уже контрактное взаимодействие наших производителей с покупателями. Российская Федерация, безусловно, это широчайший рынок. Мы ведем переговоры совместно с Министерством архитектуры и строительства и с партнерами в регионах о установлении контактов между строительными организациями, между нашими производителями стройматериалов и теми застройщиками, которые работают в регионах России, индивидуальными застройщиками и коммерческими застройщиками, которые возводят жилье. Кстати говоря, Россия тоже поставила задачу всемирно расширять ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. В городах это, как правило, высотное, высокоплотное строительство кварталов. Тоже примеров достаточно можно приводить, буквально вспоминая столицы, Москву и Санкт-Петербург. И вот вы сказали о Калужской области, есть Новгородская область, другие
Воронежская область тоже с нами сотрудничает хорошо. И что отрадно, что не только жилищное строительство, не только испрошены наши Сирии, Брест-жилстроя, Гродно-жилстроя, Гомельского домостроительного коменданта, Мозырского домостроительного коменданта и других, но и нас приглашают на возведение и промышленных объектов. Поэтому, в принципе, есть задел, есть портфель заказов, остается только работать. И дефицит с материалами? Не то, что нет. Дефицита не существует, конечно. Вы, я думаю, захотите задать вопрос, а достаточно ли еще трудовых ресурсов? И, как правило, люди, ориентируясь на цифры, скажем, на какие-то показатели, начинают задумываться о том, что идет падение в строительном комплексе, значит, численности там и так далее. Вы знаете, вот чем хорош строительный комплекс, что он всегда гибко реагирует на конъюнктуру. Когда необходимо решать сложные, масштабные, мощные задачи, значит, численность наращивается. Наши специалисты, они работают. Они работают не только на наших площадках, да, действительно, они задействованы на площадках наших соседей. И, может быть, это хорошо, потому что семьи в Республике Беларусь имеют доход от работы своих, как говорится, глав семей. С одной стороны. С другой стороны, мы исповедуем всегда одну тенденцию. Работать должны коллективы. Мы не позволяем заниматься наймом, свободным наймом этих ресурсов, по крайней мере, не потворствуем этому. Наши организации на это никогда не соглашались. Но всегда предлагаем услуги наших коллективов. И в этом, опять же, наше преимущество, наша сила. Потому что наши соседи растеряли вот мощности, коллективы, кадры, управляемые, да, управляемые, кстати, коллективы строителей. И, наверное, это для нас сегодня то преимущество, которое мы используем. Спасибо. Конечно же, всех простых граждан интересует один вопрос. Сколько у нас стоит один квадратный метр? Вот завершается год, все хотели бы услышать эти тенденции. Какая цена квадратного метра складывалась по итогам года? Цена квадратного метра с государственной поддержкой. Александр Сергеевич, давайте мы назовем эту цифру. Ну, давайте я скажу, что все-таки, наверное, повторюсь то, что вы уже отчасти сказали в своем вопросе, что цена квадратного метра – это один из важнейших факторов для каждого нашего человека, который даже, наверное, своего рода индикатор какой-то. Работа вообще всей строительной отрасли для человека, да, он меряет так. Цена квадратного метра. Совершенно верно. Значит, я бы хотел выделить две, как бы, цены. Да? Одна цена – это та, которая с тех, которые строят с господдержкой, и коммерческого жилья. Главная задача, которая, это не только на сегодня, я назову сегодняшнюю цифру, но я хочу сказать, что в директиве номер 8 глава государства обозначил, что стоимость метра квадратного не должна превышать среднюю начисленную заработную плату. И мы это выдержим вот уже на протяжении нескольких лет. Да? Коэффициент, да, да, коэффициент, да, 9, да, месяцев 0,79. Да, 0,78 даже. Даже, да? Вот. Значит, по информации, вот я зачитаю, даже Национального статистического комитета, за январь-сентябрь текущего года фактическая средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, строящейся с господдержкой, это без индивидуальных застройщиков, значит, сложилась на уровне 1242 рубля. А номинальная начисленная средняя заработная плата в целом по республике составила 1597,7 рубля. То бишь, вот как сказал уже, да, Анатолий Иванович, спасибо, показатель в целом по республике выполнен, коэффициент соотношения составил 0,78, что говорит о том, что задача поставлена, выполняется, и все-таки дальше будем так и строить. Как вы видите следующий год? Тут остался месяц уже, и мы начнем 23-й. Какие тенденции его определяют? Можно ли сегодня говорить с уверенностью или с осторожной уверенностью о том, что эта тенденция продолжится у нас в 23-м году, и мы будем ориентироваться на эту формулу, предложенную и контролируем главу государства? Ну, даже судя по тому, что вот уже у нас был перед этим разговор, да, и вот то, что Анатолий Иванович сказал, вот и коллеги говорили, у нас есть чем строить достаточно, у нас есть кому строить. Есть определенные вот финансовые средства на это дело. То есть я считаю, я так считаю, что можно с уверенностью сказать о том, что 23-й год тоже не будет никаких ни откатов обратно по объемам. Будем и дальше строить. И цены, я думаю, тоже так же будут соблюдаться, вот как поручил глава государства в директиве номер 8, чтобы средняя зарплата была выше, чем средняя стоимость метра квадратного. Ну вот как бы так.
Спасибо. Экспорт услуг – очень важный показатель, тоже своего рода индикатор работы отрасли. Вот хотелось бы на примере, у нас сегодня присутствует МАПИД, заместитель генерального директора. На вашем примере, вы крупнейшее, одно из крупнейших строительных предприятий в стране. Вот у вас там около 6 тысяч, по-моему, работающих, работников. Да. Посмотрите, как в этом году, подчеркну, он складывался непросто, особенно в начале года, весна была непростая. Как он сложился для вас и как, может быть, изменились вот эти экспортные предпочтения наших заказчиков, в первую очередь? Изменилась вот эта дуга оказания заказов, если сказать так? Где вы устроились сегодня? Да, конечно, учитывая, значит, те сложности, которые мы столкнулись в текущем периоде, значит, можно сказать о том, что пришлось несколько пересмотреть свой портфель заказов по внешнеэкономической деятельности. До этого мы были сформированы в том числе на Евросоюз, получены сертификаты по выпуску изделий, сертифицированные работы по возведению объектов. Значит, в этом году, конечно же, давление усилилось. Мы поняли, что больше исполнять, значит, ну, по большей части, наверное, даже с обратной стороны уже партнеры не могут. Возникли трудности с финансированием, с исполнением договорных обязательств по оплатам, по отзыву каких-то там лицензий. Вот, поэтому пришлось пересмотреть все это и, конечно же, разворачиваем на рынок Российской Федерации. В принципе, в пределах до 1000 километров наш железобетон востребован. В целом, под комплекс, под ключ готовы выполнять работы и выполнять возведение объектов. Поэтому... Объемы не упали? Объемы у нас мы, соответственно... С учетом доведенных показателей мы их несколько раз перевыполнили. Ну, в принципе, задача стоит планомерно идти по наращиванию, потому что, конечно же, мы видим и отмечаем, что хоть рынок жилья в Беларуси он есть, коммерческий и для нуждающихся, но в целом он потихоньку сокращается, поэтому диверсифицируем и ищем направление. Также в Российской Федерации можно отметить, что коммерческое жилье в этом году, конечно, тоже несколько сократилось, поэтому... Интересуемся и рассматриваем портфели заказов с учетом господдержки, госфинансирования. Это расселение жилья, когда застройщик коммерчески со своими деньгами инвестирует в застройку микрорайона, какое-то обременение, снос, новое строительство, и потом государство выкупает готовое жилье. Поэтому очень привлекательные проекты, в которых надо участвовать, в том числе белорусским строителям. Я бы дополнил немножко. Дело в том, что создан механизм финансирования, экспортного финансирования для... наших домостроительных комбинатов, для строителей в целом, когда выступает подрядная организация в роли генерального подрядчика. В этом случае наши банки развития финансируют по указу главы государства до 75% того объема, так сказать, который необходим для вхождения в эту стройку и потом реализацию. Как правило, в этом случае партнером с российской стороны выступает муниципалитет, который заинтересован, который предоставляет эту землю для выполнения работ белорусскими подрядчиками, генеральным подрядчиком и с последующим расчетом за комплексный объем. Не за услуги только, а и за комплекс материала, поставка и услуги, проектирование. То есть это самая выгодная форма контрактования, которое сегодня развивается, должен отметить. И МАПИД в лидерах, пожалуй, в этом вопросе. Также неплохо работают другие крупные ДСК, но вместе с тем это самая уважаемая, самая узнаваемая организация за рубежом. Спасибо. Вот это плечо в 1000 километров, о котором вы сказали. Какие регионы России в основном попадают? Давайте мы назовем нашему зрителю, чтобы он представил. Калуга, Обнинск, рассматривается Новгородская область. Воронежская, Брянская, Ленинградская. Ну и Московский регион. Что в основном строим? Жилые дома? Жилые дома, но с учетом падения коммерческого жилья, то рассматриваем нетиповые объекты, школы, детские сады, комплексом застройки. Как складывается ситуация в Брестском регионе с экспортом услуг, диверсификацией? Можно кто-то об этом рассказать? Маркер Брестской области «Брежжилстрой» также представляет свою продукцию и работает в регионах Российской области. Если вот можно немножко переключиться с многоквартирного жилья на индивидуальное жилье, есть пример, который можно привести и рассказать о нем. Это строительство, комплексная застройка в Московской области, в пригороде города Москвы. Есть уже пример строительства непосредственно. Насколько мне известно, возведено 6 домов, и сейчас прорабатывается вариант заключения контракта строительства 100 домов.
То есть это тоже востребование, можно говорить, не только о многоквартирном жилье, в том числе индивидуальном. Есть у нас опыт строительства индивидуального жилья крупнопанельного и в городе Бресте, и в городе спутники Жабинка. Далее мы сейчас прорабатываем возможность строительства, уже в принципе есть эскизы, есть концепция в пригороде города Бреста, это совмещенная многоквартирная жилая застройка до 5 этажей, ну, как, так как пригород диктует определенные условия, это близкое расположение с индивидуальной застройкой, там же на данной площадке блокированная застройка жилых домов, поэтому развиваемся, смотрим только вперед, ищем возможные варианты не только на территории Брестской области, а также, конечно же, в первую очередь на территории Российской Федерации. Спасибо. Продолжая тему индивидуальной застройки, о которой вы заговорили. Александр Сергеевич, вот этот год, наверное, прошел под знаком работы Министерства над законодательством в сфере строительства в части упрощения вот, для простых граждан, правда же? Вот, и внимание главы государства было приковано к этим законодательным актам, и требование было его жестко максимально упростить. Давайте подведем некоторые итоги этой работы, что было сделано, еще раз напомню. Конечно, давайте подведем. Я хотел бы перед таким вот кратким подведением сказать о том, что вообще в сонме этого жилья, который мы строим, сонме, потому что ну, довольно много, я считаю, мы его строим, хоть его всегда не хватает. Среди многоквартирной застройки также у нас большое место, значимое, занимает и строительство индивидуального жилья. У нас также президента поручено, чтобы строили его не меньше 40% от всего вводимого. И мы это, скажем так, выполняем. Ежегодно вводится где-то, вот я сказал, да, потому что по пятилеткам у нас, значит, больше этих 40%, 42-44%. Так вот на сегодняшний день, я сейчас даже назову, в январе-октябре текущего года введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов 1 460 000, ну чуть больше метров квадратных, или больше 46% от всего. От всего. Да, от всего. И я специально сначала назвал эти цифры, перед тем, как вот уже конкретно ответить на ваш вопрос. Потому что это такая значимая цифра, и она очень важная. Вы знаете, я думаю, что ее будет, наверное, еще, она будет еще немножко больше. Почему? Потому что вот совсем недавно глава государства был принят указ номер 202. Я думаю, все люди, которые заинтересованы в строительстве индивидуального жилья, о нем слышали. Мало того, что слышали, они его изучили, наверное, он не такой большой. В чем прелесть этого указа? В том, что он позволяет строить и вводить это индивидуальное жилье значительно проще, чем это было раньше. Ведь это, эти дома так называемого пятого класса сложности. Да? Там не нужно особых изысков, чтобы, скажем так, их построить и ввести в эксплуатацию. Ведь мы можем даже посмотреть на то, как вот после войны строились дома. Раньше разве были проекты там у этого крестьянина, который строил этот дом? Никаких проектов не было, да? Разве был какой-то технадзор? Он строил сам себе. Сруб поставил, крышу накрыл. Строил, да, сам себе человек, да. И эти дома, вот посмотришь по деревням, и еще до сих пор стоят. Поэтому я считаю, что это решение было принято очень своевременно, очень, скажем так, правильно, да, дабы упростить. Потому что каждый человек, который строит, он самый лучший сам себе технадзор. Давайте еще так по пальцам. Так, если грубо сказать, перечислим, что упростило для людей. И эта ж норма заработает уже с начала года. Да, с 8 января вступит уже в силу и будет работать. Значит, эта норма упростила то, что на строительство индивидуальных жилых домов не нужны какие-то особые проекты. Не нужен технадзор. Не нужно потом их сдавать, как это там бегали с кучей приемных комиссий этих, да? Все просто. Построил, я тут уже не буду до порядка этого, который новый, опускаться, да, построил, пошел в исполком, там приехали с БРТИ, оценили, сделали паспорт, закрыли вопрос, у человека есть дом. И поэтому, вот, скажем так, когда работали над проектом этого указа, в процессе, когда его согласовывали, да уже, собственно, и позже, когда он был принят, было очень много обращений граждан, которые интересовались и которые, ну, можно сказать, даже с восторгом говорили, ну, вот, наконец-то, я построил давно уже этот дом, а никак не мог ввести, и, как люди говорят, амнистия вышла на эти дома. Вот, и говорят, о том, что люди оценили. Люди оценили, да. Люди оценили. Мы не слышали ни одного отрицательного отклика на это дело. То есть это своевременно и правильно. Но я хотел бы оговориться. Значит, чтобы понятно было, коль мы на такую широкую аудиторию говорим, о том, что если такие дома строятся с господдержкой,
Вот для того, чтобы определить эту господдержку, чтобы там было все четко и правильно, все-таки такие дома продолжают бы строиться с проектами, со сметами, как это было и раньше. Вот. А если человек строит за свои деньги, то вот, как я и рассказал. Понятно. Очень много внимания приковано, большое внимание в стране последние годы, наверное, не менее 10 лет, к строительству городов-спутников. На самом начале этапа этапа их строительства, там, проектирования, были вопросы там у граждан. С приближением к этим проектам мнение людей меняется. Хочется поговорить о наших спутниках. Можно ли сегодня сказать о том, что с учетом загрузки города Минска, о том, что Минск не резиновый, то, что мы говорим постоянно, да, что так или иначе нам нужно вводить жилищное строительство в города-спутники, эта формула сегодня работает. Города-спутники начали выполнять свою миссию. У нас активно застраивается для очередников минчан город-спутник Смолевичи. На сегодняшний день построено для нуждающихся столичных очередников уже 6 домов, причем 4 из них введены в эксплуатацию в текущем году. 6 домов – это у нас 707 квартир. Вот, и 4 дома, которые введены в эксплуатацию в текущем году – это 373 квартиры. И надо сказать, конечно, что, вот, как и говорил коллега из Бреста, аналогичная у нас ситуация вообще в целом по... Вот, я, там арендная была, здесь и спутники. Вот, что очень большое количество желающих сегодня... А ведь было же по-другому, правда? Нет, вы знаете, что даже первый дом, когда он нашел по 103-му указу экспериментальный, вот, который велся в эксплуатацию в 2020 году... Не больше 2, по-моему, там было. Вот, там было 4 до 6, от 4 до 6 человек претендовало на одну квартиру. Сейчас еще выше. Сейчас такая же тенденция сохраняется, и причем город-то развивается... Школы, детский сад красивые, огороженные дворовые территории. То есть сегодня уже люди, когда едут и видят, что это собой представляет, что это не тот пустырь, который был там 6-7 лет назад. Вот, а сегодня это красивая такая очень застройка, вот привлекательная. Они идут с большей охотой туда. Вот, да, поэтому сегодня, рядом природа, рядом озеро. Сегодня... И работа, мы скажем, да? Ну да, и сообщи, да, национальный аэропорт наш, национальный аэропорт. Поэтому сегодня, конечно, это прельщает. Но и еще что привлекательно для наших очередников, это для очередников те, которые состоят на учете по общей категории, то есть не льготные категории, потому что они могут воспользоваться там государственной поддержкой, построить жилье с привлечением средств государственной поддержки. Интересно узнать опыт Бреста. Жабинка выполняет функцию города-спутника и, так сказать, разгрузочного пункта для областного центра? Или города пока... спутника Жабинка менее, как говорится, объемные показатели, но в том числе тенденция, конечно, положительная. Если сравнивать с прошлым годом, объем жилья увеличивается практически в 1.5 раза, поэтому была проведена, можно так сказать, масштабная рекламная акция города-спутника, и она продолжается ежедневно. Это баннеры, это постоянная реклама в средствах массовой информации, и это определенный результат, конечно же, дало. Есть заинтересованность у брещан. У нас подход такой. В каждом строящемся многоквартирном жилом доме мы предусматриваем порядка 40-50% непосредственно для нуждающихся, которые стоят в областном центре. Ну, и данную поставленную задачу для себя мы выполняем. Есть интерес, ну, и как сказано было ранее, это в первую очередь это интерес, вне зависимости от даты постановки на учет, гражданин с двумя детками, допустим, имеет право построить себе квартиру в городе Спутники. Но это же не только сконцентрировано на многоквартирном жилье. Мы повышаем привлекательность данного города Спутника. Это в первую очередь транспорт, это железнодорожный транспорт, это дополнительные автобусы городские. Ну и, конечно же, первое, что это гораздо лучшая экология, чем в областном центре. Это людей привлекает, и даже вот при неформальной обстановке слышны отзывы, что даже брещане говорят, мы переезжаем в Жабинку, там гораздо лучшая экология, мы лучше будем жить там. Поэтому я думаю, что развитие темы будет, город-спутник у нас будет развиваться планомерно и с каждым годом. Параллельно мы
Есть огромнейшие планы строительства супермаркетов, строительства, развития производства, которое, в принципе, на сегодняшний день там есть. Поэтому планы большие. Так и хочется сказать, будет город-сад. Да. Как и Александр Сергеевич, вот этот опыт Смолевича, да, есть... там вот были пробные камни, там, да, закладывали в Смолевичах, и так смотрели, и сяк, как сети вести. Вот я хотел... Можем мы этот опыт уже сказать, что сегодня он применим для всей страны? Я хотел вам как раз вот, да, и моя мысль такая же, да, сказать об этом, что вообще в чем прелесть города-спутника не только для тех, которые там уже людей живут, да, они становятся вот жителями города, не просто города, города-спутника, это и статус поднимается, да, а и, скажем так, от областных центров или города Минска, столицы, тем, что если я состою на учете в городе, и у меня в городе, ну вот в Минске, да, в столице, например, и у меня эта очередь еще где-то там далеко-далеко, если я вижу, что жить надо где-то, и я не могу построить в городе так быстро, как мне бы хотелось, да, я тогда пишу заявление вот в город-спутник и прошу рассмотреть мое заявление, если там строится этот дом. Из написавших заявлений выбирается тот, кто дольше всего состоит. Этим говорится о том, что, скажем так, факт, то, что я построю квартиру быстрее, чем в городе, значительно увеличивается, да, вот возможность моя такая. Поэтому это тоже есть таким, просто напоминаю, хороший фактор, чтобы люди все больше и больше строили, да. И вот, как сказала Анжелика Владимировна правильно, что поначалу и заявок было много и так дальше, но когда вот внесена была, по-моему, 103-м указом, да, если я не ошибаюсь. Вот, наверное... и даже не дожидаясь ввода его в эксплуатацию, уже был принят указ 466-й, видя вот, ну, спрос на такое жилье, уже был принят, да, очередной указ, где для граждан, состоящих на учете в администрациях районов города Минска, вот было уже предусмотрено строительство. И еще что было жилья. Важно, что когда строили этот дом, были, вы помните, Жилья Калина, были опасения, да, что вот мы построим один, второй, третий, а как будет то, что вы спрашивали с сетями. Кто, да, будет их вести? За чей счет будет? Да, за чей счет, а как это все будет, и, а потянут ли это, там может перекладывать надо или как. Ну, скажем так, жизнь показала, что там участвует и город Минск своими деньгами в этом вопросе, то, что касается Смолевичи, да, и частично Смолевичи там участвуют в этом тоже вопросе. И не так все оказалось страшно, все посильно, может быть, не с таким размахом, как нам хотелось бы, да, вот, но идет. Следует еще добавить, что нельзя останавливаться вот так вниманием только на Смолевичах, хотя там как раз показательно, там больше всего это идет. У нас еще есть и Фанипаль, и Логойск, и Рудинск, да. И вы знаете, как ни странно, но там тоже идет такое строительство. Пусть оно не такое видное, вот как, скажем, в Смолевичах, но там тоже идет это строительство. И если у нас, скажем так, экономика будет и дальше развиваться, и нормально будет бюджет, то и там тоже будем заниматься нормально, и будут они развиваться. То есть про них не забыто. Они у нас, скажем так, на контроле, и они пока строятся тоже. Спасибо. Дмитрий Иванович, вы стояли, правильно скажу, у истоков этого процесса, наблюдали, как он зарождается, и принимали активное участие в разработке этих программ. Вот сегодня, глядя на этот процесс, как вам кажется, произошла трансформация понимания у людей статуса этих городов, привлекательности их? Как можно оценить этот процесс вот растянутого в каком-то времени, в отдалении? Ну, вы абсолютно правы. Все дело в том, что началось с исследования Института градостроительства дальнейших тенденций, заглядывая в далекое будущее, что будет происходить с нашими агломерациями, крупными городами. И это легло в основу для последующих решений главы государства о создании этой системы. Системы городов-спутников, которые бы позволили, ну, предоставить, прежде всего, возможность гражданам сделать свой выбор. Вот сегодня много говорилось о том, что жизнь в прекрасном ландшафте, у нас великолепная природа, хорошая инфраструктура у нас в Беларуси, особенно вокруг вот как раз крупных мегаполисов, крупных городов. Это все позволило положить все это на цифры, создать программу, правительство ее, так сказать, рассмотрело, выделили приоритетные города. И первым был Смолевичи. Самый трудный первый шаг всегда. Минский горосполком на себя свалил огромную ношу. Создать инфраструктуру достойную, необходимую в том объеме, в котором, так сказать, планировка и застройка будущего города-спутника, значит, нуждалась.
Вот сегодня пройден этот этап, то есть это прошло порядка 10 лет, наверное. И мы уже говорим о том, что эта тенденция, значит, она эффективна. Кроме того, как раз говорилось об этом, созданы необходимые инструменты для того, чтобы у людей действительно этот выбор появился, чтобы можно было выбирать или стоять в очереди, или, может быть, ускорить этот процесс. И вместе с тем мы и другую тенденцию видим, что люди в основном из городов сегодня стремятся просто преимущественно расселиться в пригородной зоне. И когда мы говорим об ИЖС, вы задавали такой вопрос, мы говорили об индустриальных методах жилищного строительства при помощи государства, ну и наших, как говорится, облсполкомов и горосполкомов. Я должен сказать, что эта тенденция есть. И она очень устойчивая. Значит, подтверждается это тем, что наши домостроительные предприятия производят уже малоэтажные индустриальные домокомплекты. И они апробированы не только в Республике Беларусь. Я знаю, что МОПИД апробировал свою продукцию и в странах Прибалтики, и, по-моему, до Германии там демонстрировалось. У них есть демонстрационная площадка на заводах по улице Селицкого. Кроме того, Брежжилстрой, Гродножилстрой, Шкловский Гомель, завод, Шкловский завод, да. Мозырский завод, они все попробовали свои силы, и вы знаете, эта продукция испрошена. Эта продукция испрошена. Я вам хотел бы назвать еще интереснейшие вещи. Параллельно с работой наших традиционных мощных домостроителей работали молодые компании, которые использовали самые современные технологии. Минский технопарк, компания НКАТА, она производит заводы, которые сами являются производителями домокомплектов. И в Великом Камне вот сейчас завершается, ноябрь-декабрь будет пущен в эксплуатацию. Вот такой завод, который производит домокомплекты. Причем завод работает в автоматическом режиме. По самым современным принципам пакетирования работы, это называется во всем мире. Вы знаете, производит колоссальное впечатление, потому что такие домокомплекты возводятся за считанные дни. То есть, что очень важно. Что очень важно. Производство самого домокомплекта – считанные часы. То есть это то, к чему стремится сегодня строительная индустрия, строительная технология. То есть мы стремимся сэкономить время, ресурсы и, конечно же, те средства, которые люди вкладывают в свой дом. Поэтому можно перечислять. Это Витхаус, это А100, это Айрон, это вот те домостроители наши традиционные, о которых я говорил, которые сегодня уже могут демонстрировать не только в Белоруссии, не только в России, но и всему миру свои достижения, причем они будут очень испрошены, потому что это IT-технологии. Благодарю. Какие виды жилищного строительства сегодня пользуются наибольшим спросом? Вот хотелось бы получить ответ на такой вопрос. Все-таки в разрезе страны, вот, может быть, с прицелом на Минск, это многоквартирное, индивидуальное, арендное. Какие предпочтения у белорусов сегодня? Я скажу за столичных очередников. Mm-hmm. Конечно, у столичных очередников предпочтение – это долевое строительство. Сейчас у нас распространено это долевое строительство жилых помещений. Направляем на строительство многодетные семьи с учетом демографической политики и норм законодательства о том, что мы должны в течение года направлять их на такое строительство. Сегодня приоритеты даются многодетным семьям. То есть все жилье, которое мы получаем для распределения очередникам, в первую очередь оно предлагается многодетным. А у многодетных семей сегодня есть, так сказать, выбор не только долевое строительство в домах типовых потребительских качеств, но и в домах, которые возводятся по индивидуальным проектам. Есть указ главы государства, который позволяет в 2022-2023 году направлять многодетные семьи и на, с господдержкой, и на такое строительство. Потому что, а пропорция как выглядит? Многоквартирные и вот такие индивидуальные? Оно не то, что... пропорцию так не скажешь. Есть объекты... Но учитывая, что это столица, и, конечно, большинство жилья возводится и индивидуальных серий, вот. И для того, чтобы выполнять наши показатели и в то же время учитывая финансовые возможности наших многодетных семей, кто-то может построить типовых потребительских качеств, кто-то желает что-то построить более такое интересное. Поэтому сегодня предоставлена возможность
с господдержкой строить им и в типовых потребительских, и в домах индивидуальных, которые возводятся по индивидуальным проектам. Кроме того, для минчан, для многодетных семей, значит, которые у нас состоят на учете в городе Минске, они улучшают жилищные условия еще путем приобретения готового жилья. Mm-hmm. То есть тоже подписан главой государства специальный указ, который позволяет сегодня Минскому горисполкому по согласованию с Минским городским советом депутатов то жилье, которое построено государственными застройщиками за счет собственных средств, но не реализовано до завершения его строительства. Такие квартиры после завершения, после ввода дома в эксплуатацию мы продаем многодетным семьям. Пользуются спросом, mm-hmm. потому что уже покупается готовое жилье по договорам купли-продажи без аукциона. Такое есть сегодня у нас такой Спасибо. Указ, который позволяет. Александр Сергеевич, в разрезе республики какие виды тенденции, что пользуются наибольшим спросом? Ну, слова эти уже звучали сейчас в нашем разговоре, поэтому... Основная масса, конечно, это строится в многоквартирных жилых домах. Это примерно 55-57%. Ну, раз на раз не приходится, но примерно такие цифры. И строится, конечно, и в индивидуальном исполнении. То бишь, люди строят самостоятельно. Но это в регионах больше, правильно? Да, безусловно. Ну, в крупных городах это само собой, да, столица есть столица. Тут для индивидуального жилья места мало. Правильно сказали, Минск не резиновый. И на каждом клочке земли нужно использовать максимально, скажем так, лучшее. И поэтому там строится многоквартирное жилье. Вот. А кроме индивидуального жилья, в многоквартирных, в основном домах, хотя есть тоже и одноквартирные, это арендное жилье. Там тоже люди вот за счет арендного жилья улучшают свои жилищные условия. Я особенно не буду называть сейчас цифры про социальное жилье. Ее, конечно, меньше пока, тоже все зависит от количества бюджета, но это тоже способ улучшить жилье. Можно упомянуть, ну тоже пока без цифр, это строится еще... У нас тоже социальное жилье, но при помощи вот китайской финансовой помощи есть у нас проект такой партнерский. На сегодня уже практически пытаемся реализовать третий этап этого, скажем так, этой программы. И там тоже строится жилье. В основном вот такие виды. Спасибо. Разумеется, граждан волнует финансовый аспект строительства жилья. За какие средства? Всего, да? Поэтому хотелось бы узнать, какие возможности сегодня есть для строительства. Там кредитные ресурсы, субсидии, семейный капитал. Что наиболее востребовано? Ну да, сегодня государственная поддержка востребована, потому что сегодня, ну я же говорю, в основном мы направляем на строительство многодетные семьи, которым предоставлено законодательством, наделены правом на внеочередное получение государственной поддержки в виде льготных кредитов или субсидий. Вот, поэтому, конечно, это востребовано, этим пользуются, но и большинство семей, которые получили семейный капитал, досрочно обращаются с заявлениями о досрочном использовании. Практически все семьи, которые имеют на это право, на досрочное использование, особенно те, которые строят, ведь сегодня, исходя из финансовых возможностей, многодетные семьи у нас, и из того, что у них есть сегодня уже в пользовании или в собственности, строят как однокомнатные квартиры, так и, допустим, и трехкомнатные, различные площади. Поэтому, конечно, те семьи, которые строят, ну, большей площади квартиры, они максимально стараются использовать все виды государственной поддержки. То есть это, например, и льготный кредит, и средства досрочное использование средств семейного капитала для того, чтобы максимально это было для них. Минимум, да, своих средств нужно было вносить. Интересно было бы узнать, у Бреста, у Минска, как идет движение в очередях нуждающихся в улучшении жилищных условий? В 90-х там была какая-то у нас кошмарная ситуация. В 2000-х она начала выравниваться. Сколько минусует в процентах очередь ежегодно? Там, или пятилетками вы считаете, как минусует, она уменьшается? Да, у нас на сегодняшний день 180,5, хотя, да, наверное, лет 8 назад это было 270. Разрешите вернуться еще немножко с предыдущему вопросу, касаемо индивидуального жилья. Брест ежегодно, Брестская область ежегодно вводит очень много индивидуального жилья. Эта цифра составляет практически... Более 50%. На сегодняшний день это 56%. У нас индивидуальное жилье очень востребовано. И этого я не говорю не только за регион, а это в том числе и город Брест. Потому что на сегодняшний день у нас разработана схема пригородной зоны города Бреста. И брестчане с удовольствием улучшают свои жилищные условия в
приграничье города Бреста. Это определены определенные населенные пункты за границами. И мы максимально на сегодняшний день хотим подойти к развитию этих населенных пунктов и в том числе застраивать как и малоэтажные, многоквартирные жилой застройки, точно так же и блокированными жилыми домами. Что касаемо очередников, в текущем году, если мне не изменяет память, 75,5 тысяч очередников по Брестской области, из них 7,5 тысяч многодетных семей. И на сегодняшний день порядка только 390 семей многодетных не было опрошено и не предложен им вариант улучшения жилищных условий. То есть, как ранее было сказано, в течение года с этой задачей мы справляемся с легкостью. Ни одна многодетная семья не остается без внимания. В год укладываетесь, да, в этот формат? Конечно. И порядка 25-28 тысяч было опрошено только за текущий год. Ну, мы же не говорим те, которые опрошены в прошлом году, те, которые отказались, те, которые написали заявление, что да, собственно, волеизъявление нас не беспокойте. Поэтому прорабатывается огромное количество очередников, предлагаются разные варианты. Конечно же, есть граждане, которые не устраивают текущие условия. Процентное отношение. Как уменьшается очередь там, за 5 лет? Не считали ли себя? А давайте я вам дам, наверное, вот статистику лучше по республике. Вот было бы очень интересно. Как бы настоящую статистику. Да. Вот за много лет, вот можно я специально для себя вот взял сейчас, да, вот если в 2015 году общая очередь у нас составляла, я уже буду считать только по тысячам, я не буду считать по десяткам, там, да, 718 тысяч, то уже в 2016 году она стала 694 тысячи. В 2017 678, в 2018 663, потом в 2019 649, в 2020 634, в 2021 616. Эти, ну, видите, все идет на уменьшение, да, вот разница даже за прошлый год и вот сейчас, получается у нас, сколько тут, где-то 18, чуть больше, чем 18 тысяч, вот за 21 год эта очередь уменьшилась. Это еще раз говорит о том, что все эти, это наше строительство, вот эта организация напрасно не уходит, да, это при том, что не просто очередь уменьшается, а ведь люди периодически туда и становятся еще, да, так на фоне того, что они становятся. Производство семьи, да, идет. Да, да, совершенно, совершенно верно. Да, так она еще и уменьшается, то есть о том, что мы строим, ну, довольно такими для нашей республики хорошими темпами. Да, нас, спасибо, очень интересно. У нас многодетных прибавляется к 1200. Многодетных вновь становится на учет. А строится чуть больше, да, чем строится, да, на учет. Да, вот, да, за счет этого и уменьшается. Как у вас с многодетными семьями по указу президентскому, что за год они должны получить квартиру? Ну, делаем все возможное для этого, поэтому вот и предоставляем различные по возможности строить с государственной поддержкой. А можно цифру назвать, сколько таких семей получают в год жилье? Ну, дело в том, что ежегодно доводятся правительством задания по направлению на улучшение жилищных условий многодетных семей. На этот год Минску доведено задание 1226 семей направить. На сегодняшний день у нас направлено 947 семей. Но у нас недавно поступило достаточно объектов еще, то есть сейчас идет работа в районных администрациях по направлению. То есть, ну, есть все, так сказать, возможности для того, чтобы выполнить это задание, ну, как и обычно. Не могу не спросить. Я с вашего позволения, простите, да, у нас же диалог. Хотел бы, наверное, вот по Минску спросили. У меня есть цифры по республике, по многодетным семьям. Я думаю, это будет интересно. Вот за январь-октябрь у нас, так, годовое задание направлено должно быть, 9675 семей направлено, должно быть обеспечено, то есть которые должны быть получить в руки техпаспорт на эту квартиру, когда уже все готово, потому что направил, кто-то мог не достроить, там кто-то, мало ли, да, должно быть обеспечено квартирами полностью уже 8334 семьи, да, и на сегодня, вот на сейчас, за январь-октябрь, направлено 84%. Это большой процент, вот судя по опыту прошлых лет. И он вселяет уверенность в том, что мы этот план выполним и, надеюсь, может, даже и перевыполним. Спасибо, очень говорящая цифра. Могу не спросить, наблюдаете ли сегодня спрос на коммерческое жилье? Мы в основном про жилье с господдержкой. А что с коммерческим строительством?
Что касается коммерческого жилья, позвольте, да, я уже тут много говорю. Что касается коммерческого жилья, то справедливости ради надо отметить, что спрос немножко припал. Я не скажу, что сильно, но вот коллеги из Бреста, из Минска скажут, да, что если мы строим с господдержкой практически теми же темпами, и может даже немножко и больше, правда, там от области к области есть разные цифры, вот, но в основном по республике мы нормально строим с господдержкой, то на коммерческое жилье, где стоимость метра квадратного диктует рынок, спрос немножко упал. Но упал он больше, как ни странно, в многоквартирных жилых домах. Индивидуалы продолжают также строиться нормально. А какая разница в стоимости квадратного метра в среднем? Можем мы привести какие-то цифры для понимания? Если там 1200... Вы имеете в виду между коммерческим и господдержкой или что? Да. Вот интересно было бы услышать такие абсолютные цифры для понимания наших зрителей. Какие сегодня складываются цены на коммерческое жилье, скажем, в Бресте? Я могу привести пример Брестской области. Если среднюю стоимость квадратного метра с господдержкой, это порядка 1000, допустим, 400, а коммерческая это плюс 1000. Плюс 1000 рублей. Плюс 1000 рублей, знаете, это как все минимум. Зависит, это все зависит, позвольте, да, это все зависит от серии дома, от того, где этот дом строится, есть там на этом месте снос или нет, есть ли там уже коммуникации какие-то или нет, потому что, скажем так, ну, наверное, это не секрет, что дом, который строится для нуждающихся, сети оплачивают за счет бюджета. А если, скажем так, это коммерческое жилье, то, извините, бюджет не резиновый, не может за себя платить, и человек там платит, должен это сказать. Понятно. Понимаете, поэтому и есть тут разница. Не потому, что там кто-то хочет чего-то нахапать, а потому, что есть объективные, скажем так, причины к этому. Спасибо. Мы уже говорили об этом касательно МОПИДа, да, что он создавался еще в советское время как крупнейший домостроительный комбинат, одно из крупнейших предприятий. В то время было очень актуально построить много и в короткую единицу времени многоэтажек, да, для того, чтобы обеспечить людей жильем. Сегодня немножко меняются тренды, сегодня меняется, так сказать, взгляд самих жильцов на то, как должно быть выглядеть их жилье, где оно должно находиться. И в этой связи я хотел бы спросить у вас, что такое комплексная застройка, вот, и набирает ли она обороты, можно ли об этом утверждать и говорить это в Минске? Да, ну, в принципе, что можно отметить? Наша организация сегодня, вот мы коснулись нескольких вариантов финансирования. В принципе, все жилые дома мы застраиваем с заказчиками, застройщиками, с УКСами. Это и арендные жилые дома для категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для многодетных семей в первую очередь. Также реализуются площадки с коммерческим строительством, где несколько типовые потребительские качества расширяются. Это фасады, отделки, номенклатура. Вот, поэтому, что можно коснуться новых тенденций. Это, конечно же, у нас есть определенные площадки. Вот поселок Солнечный, порядка 77 тысяч квадратных метров предлагается вот нам реализовать. Значит, типовые потребительские качества несколько расширены. Туда привязаны новые серии, которые позволяют расширить, значит, качество эксплуатируемых жилых помещений. Это закрытые домовые территории, это продуваемые паркинги, отдельные территории, которые предполагают размещение граждан в свободное время для проведения своего досуга, да, которые закрыты от транспорта, в том числе самих жильцов, озеленение дополнительное, повышенное сопротивление теплопередачи, которое положительно сказывается в будущем на эксплуатации. Да. Потом отдельно предлагается в очередях строительства у нас, значит, возведение школа-сад. Отдельно низкоэтажная застройка коттеджного типа, которая предполагает совмещение дом-работа в коттедже. Жильцы могут организовать, вот, в принципе, формат сегодняшнего жилья. Также новая типология жилья совершенно. Да. Хороший пример, который вот сегодня просто составит, наверное, славу белорусского зодчества, причем в индустриальном домостроении. Это вот работа МОПИД. Они в настоящее время уже приступили к реализации этого крупного жилого района полностью. Комплексные застройки с социальными объектами, как уже было рассказано здесь, новые исповедуются подходы по размещению парковок автомобилей, они сопрягаются с жильем, это не
не закрытый гараж, это открытые террасы, это, ну, полностью. Это будущее больших городов. Это, да? Будущее. Дело в том, что использованы лучшие практики мировые вот в этом проекте. Я уж не говорю о том, что и архитектура, и градостроительные решения. Я думаю, что придется всю республику туда возить, показывать, как нужно, примерно на что ориентироваться. Это уникальный опыт для понимания в Минске, или это, у нас есть регионы сегодня? Я бы его отнес к, в части вот комплексности застройки и градостроительных решений к новому инновационному градостроительному подходу в нашем зодчестве, в нашем строительстве. Проектирование белорусских специалистов? Да, 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 конечно, они сами наши идеологи. Наши измопеды, да? Причем да. Работали вместе и архитекторы, и технологи, и строители, создавая вот эту систему. Там же и конструктивные решения, там и решения технологические, архитектурные, компоновочные, градостроительные. Создается новая среда. Вот если продолжить немножечко, если позволите, эту тему, то... А мы уже видим и хорошие прецеденты. То есть, если взять, например, Зеленую гавань, например, Пирс, Новую Боровую, то там можно увидеть уже то самое будущее, которому нам нужно, может быть, всем подтягиваться. Уже сегодня. Это, прежде всего, ориентация на граждан, на потребителя. Для них все сделано для удобства, для функциональности, для эстетического нормального облика, так сказать, той жилой среды, в которой люди находятся. Минск очень много делает в этом направлении. Мне представляется, что, вот, если позволите, Союз строителей выступил с инициативой и уже постановлением Министерства архитектуры и строительства, Республиканского комитета профсоюзов строительной отрасли и Союзом строителей утверждены новые положения о конкурсе, республиканском ежегодном конкурсе на лучшие объекты, значит, года. Этот конкурс мы разбили на два этапа. Впервые мы вывели этап, в котором будут рассматриваться вот такие комплексные решения. Назвали этот конкурс «Конкурс застройщиков-заказчиков». То есть это тот коллектив, который раньше мы не видели, как бы, вот при оценке. Мы отмечали институт, домостроителя, отмечали там трест строительный, коллектив. А здесь, в данном случае, мы рассматриваем команду, которую ведет заказчик. И этот заказчик вот создает такие интересные новые решения, которые мы хотели бы поднять, увидеть всем, показать всем. И с тем, чтобы вы видели вот эти преимущества того, что делают наши коллеги. Интересно, а чей это опыт вот в Солнечном используется? Это европейские подходы, это американцы делают? Где вы это посмотрели? Европейские, собственные, посмотрели по Российской Федерации. Все вместе обобщили. А цена квадратного метра в таком комплексе, она как разница? Это, ну, чуть больше, чем типовых потребительских качеств, скажем так. Потому что если сегодня мы говорим про возведение, основное наше серийное производство, это класс по энергоэффективности Б, то в этом микрорайоне уже несколько мы переходим к классу А и А+, путем внедрения, во-первых, там электрический способ отопления в том числе, вот, плюс энергоэффективные системы, которые позволяют в дальнейшем также с точки зрения эксплуатации снизить нагрузку как на эксплуатирующую организацию, так и непосредственно на жильцов. Брещана, был бы интересен такой опыт посмотреть у себя, такого квартала? Вы там еще не были? Мы еще там не были, но мы тоже движемся в направлении, ведь конечный результат нашей работы – это создание комфортной среды для граждан. Я думаю, что в Брестской области тоже есть что посмотреть. У нас есть ряд примеров, и в том числе и есть перспектива в городе Жабинке, где осуществить застройку там, порядка 5 гектар недалеко возле реки Муховец. Это будет осуществляться частным застройщиком по лесе Жилстрой. Такие примеры есть вокруг города Бреста. Поэтому, Кобрина, у вас неплохая застройка. Поэтому мы движемся в правильном направлении. И все для граждан, для их комфортного пребывания в своих жилых домах. Строительстве, поэтому, да. К концу первого квартала этого года мы уже сможем продемонстрировать то, о чем сейчас все рассказывали. Мы проведем этот конкурс и предоставим возможность такую нашим гражданам, жителям нашей страны, специалистам, конечно же, увидеть вот те преимущества, которые дает такой подход. Там будут выбраны, конечно же, самые, наверное, яркие примеры, о которых вот мы говорим. Но не в завершенном еще виде, это специальный подход, а в ходе реализации, когда можно увидеть и достоинства, и недостатки, и качество работ, и всех тех участников, которые будут. Ну, с другой стороны, это будет, наверное, рекламным
элементом для тех домостроителей и застройщиков-заказчиков, которые это делают. Ну и последний, наверное, вопрос. Как вы видите себе вот большой город через 20 лет? В первую очередь у Мопида спрошу. Ну, конечно же, Минск через 20 лет. Города-спутники и пригородные территории, которые индивидуальными жилищными застройками, да, путем прирезки каких-то, я предлагаю, земельных участков, которые помогут сформировать, вот в том числе мы сейчас реализуем микрорайон Северный, блокированная жилая застройка, там 192 жилых дома, да, которые отдельно разбиты под двухэтажные жилые помещения для людей, у которых есть своя придомовая территория, и они уже полноценные домовладельцы, в полной мере могут себя ощутить там. В том числе это многодетные, да, нуждающиеся, да, в первую очередь. Да. Нужно сказать, что вместе с тем индустриальным системам возведения домов, жилья, просто нет альтернативы. Вот весь мир просто совершенствует технологию. Мы провели не одну модернизацию в домостроительном комплексе, и в том числе технологических наших решений. И это дает свои результаты. Запад у нас, у белорусов, покупает конструкции железобетонные в Брестской области, в Гродненской области, в Мопида, в Гомельской области. И вывозит для того, чтобы в Прибалтике, в скандинавских странах, в Западной Европе строить свои дома. И не только в железобетоне, кстати говоря, но и вот в домокомплектах, которые по экологическим стандартам сегодня изготавливаются у нас на нашей площадке. Спасибо, мы благодарим вас за то, что вы нашли сегодня время быть с нами в проекте «Белта. Страна говорит». Напомню, сегодня мы обсуждали, подводили, пытались подвести некоторые итоги работы строительной отрасли в 2022 году и наметить некоторые перспективные тенденции. Благодарим вас. Спасибо вам. Спасибо.